уже существуют, еще не печались. Страдания потом и несчастье потом. Пока только музыки первоначальность. Эти строки написал Кайсен Кулиев, прослушав музыку маленькой кантаты «Снег идет». И слава Бориса Пастернака. Драматургия кантаты удивительно символична. Первая часть – символ мерно текущего времени. Снег идет густой-густой, много с ним, с топами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой, может быть, проходит время. Вторая часть – душа. Центральная – это раздумья о поэте и его творчестве, это песни души и о душе. И третья часть – ночь, выделяется своим сверкающим задором и звонкими мальчишескими дисконтами. Лет 7-8 тому назад Елена Марковна Шапшаевич приглашала Виталия Гульфова, одного из близких Георгия Васильевича людей, на встречу с нашим студентом и в рамках студенческого научного общества. Гульфов удивительные слова передал, те слова, которые принадлежат Георгию Васильевичу. Над миром нашим воля Господня, а сразу с небесами рядышком музыка. И мне, прежде чем прозвучит действительно музыка маленькой кантаты, мне хотелось бы привести слова замечательного композитора Владимира Рубина. Музыка Свиридова дает опору душе, побуждает ее к добру, помогает осмыслить жизнь, обнажает ее красоту. Красота рождает в душе восторг и наполняет ее чувством любви. Любви к ближнему, любви к земле, на которой ты живешь. Маленькая кантата «Снег идет» на слова Бориса Пастернака. Исполнители. Хор первого и второго классов хорового училища имени Свешникова. Художественный руководитель Елена Воропаева. Женский хор. Художественный руководитель и дирижер Александр Цымбалов. Русский народный оркестр «Москва». Художественный руководитель и дирижер Игорь Макеров.
смотри, стрельбой, ты как летчиком.